Всем привет, меня зовут Настя, и вы находитесь на канале, посвященном вязанию и теплым вещам, созданным своими руками. Наступил 23-й день зимы, сегодня 23 декабря, и мы открываем очередное окошко Vlogmas. Сейчас будем рассматривать квадраты для пледа дружбы. Осталось уже не так много коробки конвертиков от вас, и давайте посмотрим, что нам попадется сегодня. Так, откуда приехали сегодня квадратики? Из города Балашиха Московской области. Есть ли здесь записка от кого? Медведева, скорее всего, Светлана. Я надеюсь, что мою зрительницу зовут Светлана, потому что пояснительного никакого письма нет, но есть. Есть вот такая вот бирочка, сделана с любовью, на ней написан состав пряжи. Пряжа — это 100% шерсть от фирмы Camtex, которая называется «Премьера». У этого производителя есть достойные артикулы, и посмотрите, какие интересные сегодня квадратики. У вас оттенки продаются слишком ярко. Это такой рыжий-коралловый и ленивый жаккардик, и полосочки, очень симпатично. Вот такие два квадрата. Интересно, как они будут смотреться вместе с остальными. Яркие, но яркие пятна на самом деле тоже нужны, чтобы плед не был скучным. Спасибо огромное. И еще здесь есть вот такая вот игрушка, скорее всего, на елке в виде тигра. И здесь есть пожелание, которое нужно стереть. Надо стереть, как в детстве, в лотерейных билетах. Посмотрим, что же меня ожидает впереди. Много текста. Интересно. Вы достигнете всех целей, поставленных на Новый год. Представляете? Здорово! Посмотрим. Спасибо большое. И давайте вскроем еще какое-нибудь письмо. Это такое. Ага. Этот пакетик приехал от моей подписчицы Натальи, у которой есть свой канал, который называется «Вяжу и живу». Скорее всего, есть какая-то еще и записочка пояснительная. Так, и приехал он из города Иваново, Ивановской области. В Иваново я когда-то была. Спасибо за тепло. Вяжу и живу, Наталья Смородина. Так, и квадратики. Квадратики не подписаны. Нет, я не вижу никакой подписи. И здесь еще посмотрите, какие маркеры красивые. Ух ты, какие яркие. Прям отличные для какого-нибудь новогоднего проекта. Прелесть. Наталья, спасибо большое. Квадратики. Ну вот вы посмотрите. Это как неожиданно. Вот такой вот квадратик номер один, связанный спицами. И состав пряжи не могу сказать. Мне кажется, что это шерсть с полиамидом, но не уверена. Один серенький. Вот такой вот, а второй коралловый. И вот этот подходит к вот этому. Хотя у вас на камере они передаются очень сильно разными, но это не так. Вот такие вот квадратики. И еще Наталья мне положила заботливый крем для рук.
белоручка. Спасибо огромное. Отлично, пополнилась корзиночка, пополнится еще 4 квадратами. Я очень и очень этому рада. Спасибо большое. Давайте вскрывать наш чай на адвент. Там осталось совсем немного. И открываем мы на 23-м дне. Меняйтесь, и мир изменится вместе с вами. И это просто прекраснейшее пожелание. И чай сегодня сенча, японский зеленый чай. Я люблю зеленые чаи. И это чай с японских традиций, листьев первого сбора. Отлично, я думаю, что с таким чаем довольно многие из вас знакомы. Не будем долго на нем останавливаться и обязательно его выпью. Не знаю, буду ли пить зеленый чай сегодня, потому что сегодня очень-очень холодно. И елочные игрушки. Сегодня хочется показать, наверное, еще немножко картонажа. Покажу сразу несколько. Покажу вот такого вот крокодила яркого. Мы, кстати говоря, вчера нарядили елку. Вчера был такой чудесный вечер. Мы вместе ее наряжали, рассматривали игрушки, вспоминали те, которые купили вместе, и те, которые, про которых знаю историю я, потому что у каждой елочной игрушки есть своя особая история. Вот такой крокодил чудеснейший. Так сверкает красиво. Потом еще здесь есть птица. Вот такая вот тоже сверкает. Ну, красота же, просто красота. И еще есть цирковая обезьянка. Мне кажется, я их все три вместе покупала у продавца на Авито. Вот такие вот. Показала, теперь могу отправить их на елку. Такие вот картонные игрушки попались мне сегодня. Мне есть что вам показать еще в ближайшие дни. И сегодняшняя моя брошка. Брошка эта приехала из Чехии. Она старенькая. И посмотрите на то, какая она красивая. Это колокольчик, сверкающий со стразами. Вот такой вот у него подвижный элемент. И при ходьбе она вот так вот будет двигаться. Очень симпатичные, и вчера в комментариях предлагали выбрать самую красивую брошь из всех, которые я показала. Если у вас уже есть какой-то фаворит, и вы смотрите все влогмасы, пишите, какая брошь вам понравилась больше всего. Ну, а я потом, наверное, тоже вам скажу, какая из этих всех моя самая любимая, хотя выбрать будет довольно сложно. И что нам осталось? Нам с вами осталось пожелание прочитать на сегодняшний день. И пожелание сегодня будет побольше свободного времени. Пусть среди суеты ежедневной будет время на себя, на любимое хобби и на то, чтобы заняться какими-то приятными делами, чтобы каждый день не пролетал в каких-то бесконечных заботах, но была хотя бы маленькая-маленькая пауза на то, чтобы отдохнуть и провести время так, как любите это делать вы. Вот такое пожелание на сегодняшний день. Ну, а я с вами прощаюсь ненадолго. Увидимся мы с вами уже завтра утром. Если вам это видео понравилось, поставьте ему лайк. Жду вас в комментариях и до завтра. Пока-пока.